Ассаламу алейкум, кардаштар. Добрый день, ребята. Приветствую всех любителей. Вот, вроде погода нормально. Пустил на улицу птицы. Тук, сейчас скажу точно. 7. Поднялись, вот бакинцы. Вот они. Вот штук 4 вижу. 5, 6, 7. Одна молодая там вообще. Первый раз поднимается. Вот, последний. Остальные уже показывали мне некоторые. 3, 4, там одна 4 часа показывал. Как-то так. Kardeşler, bir daha mı salam veriyorum, günümüz uğurlu, ruzlu, berekatlı olsun inşallah. Dedim bir video çekeyim kardeşler için, balet ilesinler. Bunların içi takovağımızdı, karamız geçidedi. Mor əbrəşdilər, nə deyirlər, oynaq quşdu girdi. Qara boyngüllü uçub, saat göstərim məndə. Sarı boyngüllü uçmuyub. Uç göstərim belə ki, yəqin ki o verəcək, gedəcək. Ağdır, öz quşumun balasıdır, qaranın balasıdır. Yani kuşla bağlı kimse sualı varsa yazabilir komentarlara. Demiyorlar ki 99% cevaplandırım. Ребят, жду от вас комментария. Может у кого-то есть вопросы. Живу в Брянском. Поселок Белый Берегах. Дальний момент. Птицы у меня все тут. Раньше жил в самом городе Брянска, а сейчас приехал на Белых берегах. Kimin sözü sualı var yazın. Cavablandıracağıq. Videonu çekirəm öz kanalım üçün Bakı Quşları.
Кардаштарамдан дастек көздерем. Абон олмағы ұнытмаған. Зәхмет олмаса. Если кто-то смотрит, ну, Брянском областном, пусть пишет. Особо нет знакомых, которые голубем занимаются. Поэтому, так что пишите. Держу чистобакинцы и турецкой. Ну, турецкой не любите особо, просто так, для кайфа. Я же был пара, что молодые дали мне. В дальний момент 30 штук. Так что звоните, пишите. Гардаштар. Будем не благодар. Он нам издали ревошь по сотке. Адаса. Саадиармулар шуллар.